Один из главных символов Забайкальского национального парка Ушканьи острова тоже находится под постоянным наблюдением. Архипелаг образует один большой и три малых острова, расположенных примерно в 8 километрах к западу от полуострова Святой Нос. Ушканьи острова нередко называют мраморными, поскольку их берега сложены древними обнажениями из мрамора разнообразных оттенков. Острова вызывают особый интерес не только у ученых. Они привлекают фотографов, журналистов и путешественников со всего мира. Для наблюдений за нерпой сотрудники парка оборудовали экологическую тропу, пересекающую остров Тонкий и ведущую к смотровой площадке. Тем, кто мечтает увидеть нерпу, нужно вести себя очень тихо. Несмотря на ограждение, животных легко вспугнуть, и в считанные секунды на прибрежных камнях не останется никого.